Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. На улице уже прохладно, и чтобы не заболеть, мы с вами готовим полезные и вкусные напитки. Сегодня у меня глинтвейн на белом вине. Как всегда, моя версия. Вино я поставила на небольшой огонь и добавляю коричневый сахар. Подробный рецепт и технология, как всегда, под видео. Дальше добавим палочку корицы. Если есть, добавьте гвоздику. У меня мандарин великолепный. Лимон. Ой. Дальше добавим цукаты. У меня это цукаты лайма и цукаты апельсина. Если есть, добавьте имбирь. У меня целого нет, немножко меленый. Душистый перчик, бадьян. Все, что... Я еще добавлю немножко ванильного сахара. Если есть, добавьте ванильную палочку. Все, всю эту мы красоту доводим до кипения на маленьком огне. Прогреваем, чтобы все ингредиенты соединились. Наша масса уже начала прогреваться. Немножко ждем. Видите, пошел дым. Я выключаю плиту, чтобы наше вино, наш великолепный глинтвейн не закипел. Накрываем крышкой и даем ему настояться. Хотя бы часик. Ждем. Прошел час. Посмотрите, какая красивая стала наша масса, наш глинтвейн. Настоялся. Что нам теперь надо? Добавим мед. В горячий мед я не добавляю, а в теплый добавляем великолепный мед. Размешиваем хорошо, разливаем бокалы и приглашаем родных выпить этот волшебный напиток. Не забывайте подписываться на мой канал. Великолепный глинтвейн готов. Я пошла звать своих. Давайте попробуем. Волшебный напиток. Всем пока. И до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал. До встречи!